Петропавловске хотят повысить стоимость питания в школьных столовых. Эта новость гуляет в чатах мессенджеров и вызывает резонанс у родителей. Предприниматели, которые работают в учебных заведениях, на самом деле хотят поднять стоимость питания для школьников. По их мнению, она занижена, а цены на продукты в последнее время заметно выросли. Ситуацию прокомментировали в городском отделе образования. Стоимость питания в школах по фонду «Всеобуча» для детей и социально уязвимых слоев населения не повышается и остается на прежнем уровне – 500 тенге. Между тем, стоимость питания за счет родительской платы вынесли на обсуждение и в настоящее время изучают текущее состояние данного вопроса.